Флешбэк. Фильм Рафаэля Андреасси. В ролях Фред Робсон, Пилар Костель, Сандра Даль Сассо, Дада Галотти. Тихо! Вперед! Быстрее! Живо! Живо! Сентябрь 44 года. В районе Тоскано-Эмилианских Апеннин преследуемые союзниками изможденные немецкие войска отступают вдоль готской линии. Дай-ка мне свой пулемет. Как же меня все достало? Головы не поднимать. Поскорее бы все это закончилось. Ползем тут по грязи. Когда привал? Черт. Шевелись, головы не поднимать. Давайте, давайте! Шевелись, шевелись! Вперед, ребята! Недолго осталось! Принять немного вправо. Эй, солдат! Постой! У меня для тебя задание. Пойдешь со мной. Идем. Значит так, слушай мою команду. Ага. Надо пробраться через лес вон до того холма. Ага. Только так, чтобы никто не заметил. Ага. Все ясно. Ты пойдешь с ними и займешь снайперскую позицию. Вперед! Вон вроде неплохое дерево.
готовы? Вполне. Да, залезть будет несложно. Давай, Хайнц, иди сюда. Оказалось труднее, чем мы думали. Ладно, встаем. Давайте попробуем еще раз. Давай. Подайте мне мое снаряжение. И винтовку. Держи. Как пейзаж? Красивый? Давайте, я буду ждать вас здесь. Как ты там? Нормально. Удачи, Карл. Пока, Герман. Thank you.
Я долго спал. Уже никто не стреляет. И артобстрел тоже прекратился. Если бы меня нашли спящим, я был бы уже мертв. Вокруг никого. Куда все подевались? Как будто исчезли. Возможно ли такое, что все ушли? Нет. Скоро снова начнут стрелять. Но почему сейчас так тихо? Ну да, только свалиться сейчас и не хватало. Карл! Герман! 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 Герман!
Прошлой ночью мы, скорее всего, находились там, когда нас бомбили. Точно. Мы пришли снизу. А враг? Где был враг? Там, на севере. И где погибшие? Ничего не понимаю. Если бы в этой роще кто-нибудь прятался, то они бы уже среагировали на мои выстрелы. Безусловно. Выпорхнули бы, как птички. Но там никого нет. Наверное, все мертвы. Что-то горит. Значит, линия фронта в той стороне. Там все еще сражаются. Деревушка. Возможно, до сих пор наша. Выглядит заброшенной. Неужели и правда заброшена? Не видно ни одной дырки от пули. Значит, война обошла ее стороной. Возможно, враг где-то там, в лесах. Или в тех домах. Надо быть осторожным. Я выполнял приказ. Что мне теперь делать? Это мой пост. Я не могу его покинуть. Остается только ждать. Но как долго?
Я бы мог слезть и попробовать догнать свой полк. Вряд ли они далеко ушли. А вот и дорога. И ведет она в деревню. Других нет. А вот здесь прошлась артиллерия. Если кто-нибудь пойдет... Пошли в лесок, погуляем. Нет. Ну, пойдем. Нет. Ты не хочешь? Нет. Ну, не упрямься. Пошли. Какой ты настойчивый. Конечно. Любовь моя. Идем. Ты что, не хочешь доставить мне радость? Только не так. Вот и что мне с тобой делать? Я тебе покажу. Нет. Пойдем в лес. Нет. Пожалуйста. Не пойду. Ну же, пойдем в лес. Пойдем. Нет. Нет. Ну, пожалуйста, пойдем. Пошли в лес. Нет. Какая ты вредная. Слышишь? Будешь? Нет, не хочу. Ha ha ha.
Смотри. Что там? Просто палочка. Ну и что ты хочешь мне показать? Неужели ты не хочешь сделать меня счастливым? Идем, Элиза. Нет. Ну уже не вредничай. Что это? Гляди, какой шип. Ну и что? Прошу тебя, Элиза, умоляю. Мой любимый. Я так тебя люблю. И я тебя люблю. Я никуда не пойду. Я не сдвинусь с места. За мной кто-нибудь придет. Что-нибудь да случится. Я бы мог дойти до реки. Было бы полезно сходить на разведку и выяснить, где я нахожусь. Никто мне ничего не скажет, если я схожу на разведку. Мне ведь нужно знать, что меня окружает. Меня ведь могут застать врасплох. Не доверяю я им. Не доверяю.
Конец первой части. Часть вторая. На протяжении двух дней я слышал лишь звук дождя. Листва очень густая, враг не сможет меня увидеть. Я лазаю меж ветвей, точно как мы в детстве, помнишь? Я продолжаю стоять на посту. Теперь я очень хорошо знаю эту местность. Я так давно не получал от тебя весточки и боюсь самого худшего. Я думаю о том, на какие жертвы ты идешь, и мне становится чуть ли не стыдно от того, что я здесь, а ты там. Война — это ужасно. Здесь, на чужбине, я думаю обо всем, чем бы я мог заниматься дома. И как мы могли бы быть счастливы, все мы. На протяжении двух дней я слышал лишь звук дождя. Листва очень густая, враг не сможет меня увидеть. Я лазаю меж ветвей, точно как мы в детстве, помнишь? Теперь я очень хорошо знаю эту местность. Я так давно не получал от тебя весточки и боюсь самого худшего. Я думаю о том, на какие жертвы ты идешь, и мне становится чуть ли не стыдно от того, что я здесь, а ты там. Война — это ужасно. Здесь, на чужбине, я думаю обо всем, чем бы я мог заниматься дома. Интересно, что я почувствую, когда она выстрелит? Интересно, что чувствовал Хельмут? Он всегда был таким счастливым до последнего. Нет. Не надо, пожалуйста. Нет. Нет. Ну, хватит. Хватит. Нет. Прекрати.
Вот бы проверить, что в тех домах. Я бы мог туда сходить. Да, это рискованно. Но, возможно, я найду там что-нибудь поесть. Я могу пойти этой тропинкой вдоль реки. Но что я буду делать, если за мной вернутся? Лучше идти ночью. Да. Кто знает, где я окажусь этой ночью. Надо добраться до тех камней. Оттуда меня не увидят. А вдруг увидят? Итальянцы, выходите!
Я бы мог засесть тут, принести свое снаряжение. Здесь безопасней. Полно мест, где можно спрятаться. Но что я скажу, если меня найдут? Здесь ни души. Хайнц, ты вернулся. А я думала, ты уже ушел. Враг подступает. Ты не знал? Ко мне вчера вечером заходил один. Даже подарочек принес. Он славный парень, дорогой. Ну, что ты там стоишь? Что ты мне принес? Покажи. Как вкусно пахнет. Положу сюда. Спасибо. Ну так что ты все-таки решил? Я прошу тебя о помощи. Ты действительно думаешь, что кто-то заметит твое исчезновение в такой суете? Решат, что ты попал в плен, а потом... Да идут они к черту. А мы вместе поедем в деревню, правда? В любом случае, куда тебе деваться? Какой смысл? Война окончена, Хайнц. Ты видал, сколько у них самолетов? А эти бомбежки... Оставайся здесь. Придут американцы, возьмут тебя в плен, а дальше посмотрим. Что? Ты до сих пор веришь всему, что тебе наговорили? Война, родина. Что ты мог знать? Ты выполнял приказы, сражался, и тебе это надоело. Война еще недолго продлится. История стара, как мир. Стороны придут к соглашению, и в конце концов все помирятся.
В то время как ты сражался за них, как идиот. Послушай меня, Хайнс, овчинка выделки не стоит. Знаешь, что это? Это свадебное платье. Что оно здесь делает? Я должна была выйти замуж, но он ушел воевать и теперь кормит рыб на дне морском. Его отправили в Африку. Поэтому я всегда ношу это платье с собой. Есть такие, которым это нравится. Он был хорошим человеком. Его звали Альберто. Мы должны были пожениться, но он погиб. Вот такие дела. Жаль. Это все война. Это грязная война. Что тут поделать? Ну, что делать-то будем? Не стой там, как столб.
Фабрика, дом, вечера в кино. Кот, который будет по утрам. Ничего этого больше нет. Ничего нет. Проклятие. Ничего этого больше нет. Mein Hut, der hat drei Spitzen. Drei Spitzen hat mein Hut. Wenn die ich hätte, ich mein Hut. Drei Spitzen hat mein Hut. Scheiße! Черт! Откройте! Откройте дверь! Откройте! Я хочу войти! Я хочу войти! Откройте! Иди сюда. Расслабься, тебе не будет больно. Come on.
Drei Spitzen hat mein Hut. Und wenn er die nicht hätte, da wäre nicht mein Hut. Mein Hut, der hat drei Spitzen, blöde Haufen. Mein Hut, der hat drei Spitzen. Uff, ich bin ja wild. Черт подери. Как же хочется все это бросить. Kann ja nicht mehr. Ach Gott, черт возьми. Хочется все бросить. Да пошла ты! Пропади ты пропадом! Черт подери! Где письмо? Мне нужно бросить письмо. Где письмо? Куда оно делось? Мне нужно бросить его в ящик. Сейчас, сейчас. Все, оно внутри. Оно внутри. Наконец-то оно там. Вот это да, вот это да, браво. Я отправил письмо. Да, я отправил письмо. Теперь все будет хорошо. Жители вернулись. Как я и думал. Линия фронта была отодвинута назад. Мы отступили. Ну и что теперь? Я ведь остался тут. Что же мне делать? Я могу спуститься к ним и сдаться. Надо сейчас же надеть форму. Я все-таки солдат.
Так много людей. Интересно, где они все прятались? Они не причинят мне вреда. Там еще и дети. Да, кажется, война действительно закончилась. Невероятно. Они зажгли свет в домах. Никто не боится самолетов. Война наконец-то закончилась. И теперь. Может, ему? Я сдамся ему. Брошу оружие, подниму руки вверх и позову его. Он стар, ничего мне не сделает. Он скажет мне, кому мне следует сдаться.
Кто-то в меня стрелял. Но почему? Что я им? Почему они в меня стреляли? Я теряю кровь. Надо добраться до леса, до дерева. Я не дойду. Помогите. За что? Кто знает, где он прятался? Не знаю, откуда он вообще здесь взялся. Дезертир, скорее всего, скрывался в горах. Хайнц Фрюллер. Русский язык. Фильм перевел и озвучил «Киберпанк». Релиз подготовлен при участии портала «Переулок Переводмана».